потихоньку готовимся к рыбалочке. Сейчас собаку буду грузить. Собрались ехать, пока пара светит. Китайская фара. Так что вот, собрались. Часов 10 вечера, наверное, уже сегодня суббота. 10 декабря у нас. Поедем, скатаемся. 10 декабря у нас. Поедем, скатаемся. В Ухту съездили неудачно. Все, выехали мы на рыбалку, поехали в Вону. Сейчас заехали на пирсы, пока парень баллон будет газовый заправлять, 12-литровый. Мы-то с печкой едем, он с газом поедет. Так что так, время почти 11:30 ночи. Так. Ну, часов 5 ехать, так, наверное, к утру как раз приедем. Еще два экипажа знакомые с утра поедут, кто-то у них там в ночь на работе, с ночи в ночь не могут ехать, поедут с самого утра, там созвонимся уже с ними, номерами обменялись, так, вроде связь-то ловит, там Мегафон, что там есть, Тойота еще вроде ловит. Так что такие дела, не знаю, вроде пишут, ловят. Посмотрим, как нам повезет. То что-то в Ухту так печально съездили на тех выходных. Что там было? 4 декабря. Я, наверное, около 3 килограмм все поймал. Ну, и ребята где-то так же. Это получилось 24 наважены. Или 16 корюшин где-то. Все вместе. Так, наверное, около 3 даже. Весы что-то не мог найти. Ну, примерно где-то так и есть, наверное. Так что вот такие дела. Посмотрю. Что-то с работы, так в 6 утра встал, не выспался. Где баллон-то заправить? А что у тебя? Тети не заправляют, блядь, маленькие баллоны. А ты что, не знал? Заправляют? Что, чуть-чуть рыбки половили, что-то ушла куда-то вся, в палатку поставил, будем сидеть, воду ждать. Так что такие дела, по копичку с этой
с раскладушкой ставить пока не буду. Потом все поставлю. Помнишь, у тебя такое было? Слышь? Паша, нет. Знакомый звук? Ага, подожди. Ты брал что? Немножко. Ну, я тоже немножко. 0,25. А? 0,25, так. Тело разогреть. Тоже давно не заварил чай. Целый? Чай заварил. Кипяток брал? Просто кипяток. А, бахтера не закусит, пожалуйста. Что? Ну давай. За рыбалку, с наступающим. Наступающей рыбалкой? С наступающим Новым годом. А вот и за рыбалку. Тогда мы идем по.
В Москву чёрт, только сказал, молчи, ты захерачил. Ты живой? А? Живой? Да. Ах ты, душа была. Они к мне нахуй подходили, топались, а помните, что нахуй, чтобы меня не клевало. Она пропускает это порно. Все хорошая шла.
кто-то хоть живой не угорел от газа. Спит? Ловит? Чё он, блин? Рассказывай давай. Психанул, да?
что? Все, вниз переворачиваем. Ножки загибаем вниз. На палатку только там открыл места. Ножки эти под низ загни. Знаешь даже? Так, все, палки где еще эти? О, бля, нихуя. Все, хорошо. Ну, бля. Че? По сравнению с то, что бывает, да? Ее натягивать надо, да? Ну, материал-то. Да. Не идет. Да. Я че вы? Еще барбал, сука, катился. Никуда не идет, блядь. Да сюда не было. Перебор. Все? Thank you.